На Сегежском ЦБК дали официальный старт в программе реконструкции комбината. Инвестпроект подразумевает увеличение мощностей предприятия до 850 тысяч тонн продукции в год и расширение продуктового портфеля. Это открытие новой страницы детского комбината. То, что запланировано, это создание совершенно нового, суперсовременного предприятия с новой экологией. Развивает, по сути, строительство новой целлюлозной линии мощностью 1 000 000 тонн беленой и небеленой целлюлозы и бумаги, строительство всех агрегатов, которые участвуют в технологии целлюлозно-бумажного производства, начиная с нового древесно-подготовительного цеха. Проект предусматривает стимулы для развития бизнеса в регионе, в том числе в сегментах строительство, транспорт, логистика, лесозаготовка, сервис и техническое обслуживание. В реконструкции Сегежского целлюлозно-бумажного комбината будет привлечено более 3000 строителей и монтажников. Это первый, до последних, наверное, лет 30 проект такого масштаба в нашей стране. Он позволит России занять большую долю на целлюлозном рынке мира, где мы должны быть, имея те запасы по лесу и себестоимость, которую могут иметь российские предприятия.